Привет! Меня зовут Виктория, и это World Class Fashion Fit. И сегодня мне помогают Лера, Маша. Привет. И Катя. У нас сегодня интенсивная тренировка зумба с элементами латиноамериканских танцев. Интенсивная тренировка, подготовка к очередному пляжному сезону. Приятный способ привести тело в тонус, похудеть и немножечко подкачаться. Так что, девочки, настраиваемся на нон-стоп. Смотрим. Ну что, готовы? Готовы. Классная связка. Отлично. Она очень простая, на самом деле. Мы буквально несколько движений разучим, а так, я думаю, мы справимся сразу. Давайте только разомнемся. Очень опасно начинать тренировку без разминки. Постарайтесь всегда разогреть все группы мышц. Голова. Круг. В другую сторону. Еще один. Хорошо. И наклоны. Отлично. Грудная клетка. Постарайтесь по максимуму выжимать. Отлично, из стороны в сторону. Хорошо, по кругу. Дышим. В другую сторону. Хорошо. Следующая волна, она нам пригодится. Голова, плечи, грудная клетка, пресс, бедра. Соединяем. И раз, два, три, четыре. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Давайте попробуем то же самое в другую сторону. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Отлично. Бедра бросаем из стороны в сторону по восьмеркам. Супер. Хорошо, и попробуем одну вещь. Постарайтесь коленями добавить дробь. Хорошо. Отлично, очень хорошо. Ноги. И правая в сторону. Левая. И добавляем бедро. В темпе. Меньше шаги, почти все на месте. Хорошо. И еще один маленький блок. Перед зумбой очень важно немного потянуть мышцы, чтобы нигде у нас ничего не зажало. Давайте сделаем наклон в одну сторону. Растягиваем вот эту мышцу. Угу. Поменяли в другую сторону. По максимуму, да. Без рывков, мягко. Еще раз. В одну сторону.
Отлично. В другую. Хорошо. Потянулись вперед. Прямая спина. Угу. Хорошо. Достали до пола. Отлично. Теперь, внимание, уходим в правую ногу. Угу. Пятки на полу. И переходим на левую ногу. Отлично. Теперь выпрямляем колени. Уходим к правой ноге. То же самое. Уходим к левой ноге. Угу. Когда разминаетесь сами, постарайтесь уделить разминке, ну, не менее 15 минут, чтобы чувствовать, что все мышцы горячие. Хорошо? Ну что, после того, как мы размялись, хорошенько разогрелись, мы можем переходить к связке. Давайте начнем. Здесь нет особой техники движений. Постарайтесь максимум вкладываться в каждое движение. И чтобы, ну, не отдыхали. Давайте. С правой ноги. Точка вперед. Раз. Приставка. Угу. Два. Приставка. Давайте еще раз. И вперед. Пристали? Вперед. Угу. Хорошо. И еще раз. И раз. Два. Настроитесь на скорость. Еще раз. И раз. Два. Ага. Ну и чтобы все подкачалось, пресс соберите. Угу. Раз. И два. И. Хорошо. Уже жарко? Да. Все, значит, все нормально, все по плану. И раз, и два. Отлично. Теперь боковой шаг. Тоже кидайте бедром. Раз, и два. Угу. Хорошо. Собираем все вместе, квадрат. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Супер, таких будет две восьмерки. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Следующее движение. Шаги. И шаг, приставка, шаг. Угу. И вот здесь вот разворачиваемся и встаем на левую ногу. Шаг, вернули, приставка. Очень хорошо. Соединяем с самого начала. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вторая восьмерка. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Шаг, приставка, шаг. Назад. Встали. Хорошо. Давайте попробуем этот кусочек под музыку. Давайте. Поехали. Хорошо. Очень хорошо. Итак, теперь смотрите, руки достаточно свободные. Никаких точек нет, они двигаются очень свободно. Угу. Я думаю, мы готовы к следующему движению. Не будем здесь долго сидеть на этой связочке. Встали, ноги вместе. После приставки, да. Угу. И теперь, внимание, красивое движение. Бедра назад. Угу. Делаем шаг, и бедро сразу идет по кругу. Раз и два. Угу. Хорошо, еще раз. И раз и два. И опять же делаем тот же шаг. Назад. Три и четыре. Чтобы чувствовать свои ноги, чтобы был эффект, постарайтесь все делать через мышцы. Не просто шаг легкий, да? А именно выпрямляя до конца колени. Хорошо? Хорошо. Все должно уже побаливать так приятно. Ну ничего, вечером горячая ванна, и все будет хорошо. Следующее движение, оно немножко сложнее. Но я думаю, мы справимся, нам-то что. Давайте попробуем. И мы двигаемся по кругу, да. Мы стояли ровно. Теперь правая нога. Теперь левая в сторону. Опять за крест впереди, левая в сторону, за крест впереди. Ну и абсолютно то же самое в другую, в левую сторону. Смотрите, крест на левую ножку, правая в сторону, левая нога, правая, левая. Угу. То есть вы меняете на первый счет. Раз, и два, и три.
и 4, и в другую сторону. 5, и 6, и 7, и 8. Постарайтесь это делать прямо на месте. То есть поймали ось, и вот по ней двигаемся. Теперь у нас таких две восьмерки. Поэтому попробуйте руками добавить следующий момент. По корпусу. Раз, два, три, четыре. И когда двигаетесь обратно, опускаете. 5, 6, 7, 8. Ну и следующее очень легкое. Мы тоже не будем о нем думать. Делаем с правой ноги. Вперед. Вперед. Правая, левая. Правая, левая. Кач. Правая, левая. Правая, левая. Правая, левая. Угу. Отлично. Ну вот, я же говорю, там даже не надо ничего придумывать. Очень простое. Очень простое, да. Угу. Хорошо. И то же самое на левую ногу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну и приятное движение, которое мы все любим делать. Движение бедрами из стороны в сторону. Угу. Хорошо. Постарайтесь нигде не останавливаться, чтобы связка была всегда в нон-стопе. Угу. Отлично. Попробуем под музыку. Поменяли. Поменяли. Нога. Поменяли. Поменяли. Бедра. Отлично. Дышим. Танцуй вместе с нами и чувствуй себя стройной и привлекательной. 3, 4. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.